Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня я приглашаю вас в магазин «Фамилия», и вас ждет обзор преимущественно косметической продукции. Если вам интересно это видео, оставайтесь вместе со мной. Для меня было приятно неожиданностью узнать, что теперь мой любимый бренд Body Shop появился в магазине «Фамилия». Я знаю, что поклонников у этого бренда очень-очень много, продукция действительно достойная, и посмотрим с вами, что сейчас представлено в магазине «Фамилия». Показываю вам пенки для умывания, есть разные вариации с чаем зеленым, с алоэ. Я лично хотела попробовать вот такое средство для очищения лица с витамином Е. Также здесь есть вариант с лимоном, гель очищающий для умывания, свежий лимон. И цена очень демократичная, 600 рублей. Так, а это масло восстанавливающее для лица. Стоимость 1199 рублей. А это и классная линейка «Капли молодости», по-моему, она называется так. Да, «Капли молодости», стоимость также 1199 рублей. Также есть баттеры для тела. И, кстати, магазин The Body Shop представлен также на Wildberries, но цена там существенно выше. Обязательно сделаю здесь для вас вставочку. Цена где-то выше в 3 раза. Цены взлетели, конечно. Следующий продукт — это кондиционер. Линейка «Маринка». «Маринка» — это такое лиственное дерево, которое растет в Индии. И его очень широко используют в косметологии. Что касается волос, то оно обладает такими оздоравливающими свойствами, а также возвращает блеск волосам. И здесь, кстати, в комплект можно и шампунь купить. Стоимость 500 рублей. Также есть здесь шампунь с ароматом банана. Деликатный аромат. А вот, кстати говоря, тоник с чайным деревом, матирующий, у него очень интенсивный аромат и на любителя. Вообще, одушки The Body Shop, они такие, мне кажется, на любителя. То есть каждый должен найти свою. Мне, например, очень нравится этот гель для душа «Манго», его аромат. Также я очень любила серию «Британская роза», она просто невероятная какая-то. Но многие ходушки, например, мне не подходят, меня не впечатлили. Так, возвращаемся в магазин. Вот такой гель для душа, это уже с лимоном, здесь не очень активная одушка. Из популярных брендов здесь, кстати, представлен L'Oréal. Вот такое молочко для снятия макияжа. Также есть маска для волос, интенсивная, увлажняющая, и бальзам. Бальзам Эльсев, 199 рублей, хорошая цена, учитывая, что цены сейчас взлетели. И посмотрите, что я нашла. Экологичное хозяйственное мыло Биомил. Конечно, не очень относится к красоте, но захотела вам показать, поскольку очень люблю этот бренд. У меня очень много различной бытовой химии Биомил. Из последнего, что я покупала вот такое средство для мытья посуды. Оно, кстати, сейчас представлено в «Фамилии». И стоимость за 450 мл 149 рублей. На мой взгляд, отличная цена. Оно с маслом мандарина, по-моему, так. Очень такой актуальный сейчас аромат. Здесь большой выбор различного кускового мыла. Мне очень понравился аромат лаванды и хлопка. Стоимость 59 рублей. Или вот еще одно мыло с ароматом лаванды. Приятный цвет, приятный аромат. Это мыло производства Турции. Стоимость 50 рублей за 70 грамм. Мне кажется, хорошая цена. Приятный аромат. А вот еще одно интересное мыло. Мыло уже корейского производства, отшелушивающим эффектом, с углем, 150 грамм, стоимость 129 рублей. А это мыло производства Франции. Здесь есть разные ароматы на выбор. За 100 грамм 109 рублей. С ароматом миндаля или семенами льна и рисовым молочком. Также есть мыло с ромашкой. Следующий продукт — это индийская хна, производство Индия, соответственно. Также нашла его на Озон, но цена там в 3 раза выше. Российский производитель также присутствует здесь в «Фамилии», например, рецепты бабушки Агафьи, популярные. Бренд. Здесь есть вот такие компактные крема, лосьоны для рук, бурлящиеся шары для ванны, вот такой цитрусовый
сорбет или манго-маракуйя, что вам больше нравится. Также есть третий аромат, это кафе красоты, какой-то кофейный, я так понимаю, стоимость 89 рублей. И, кстати говоря, сейчас Фамилии проходит акция, выгоды еще больше называется, уход за лицом и телом с брендами Либридерм, Натура Сибирика, Органик Шоп и рецепты бабушки Агафьи. В зависимости от количества продуктов купленных, вы получаете скидку 10, 15 и максимальная скидка 25%. Мне кажется, это отличное такое предложение в преддверии новогодних праздников. Учитывая, что всем и каждому хочется купить подарок, как-то сделать небольшой презент, поэтому обратите свое внимание, тем более, что выбор этих брендов достаточно широкий. Фамилии есть и Либридерм, и рецепты бабушки Агафьи. И, кстати говоря, о бренде Либридерм я никогда ничего не пользовалась, не покупала от этого бренда. Напишите, пожалуйста, в комментарии, пользовались ли вы косметикой Либридерм, нравится ли она вам. Буду очень рада, если вы поделитесь в комментариях своим мнением. Так, ну а я показываю вам как раз таки продукцию, которая попадает под акции. Сейчас это Либридерм, гиалуроновый гель гамаш для умывания, стоимость 400 рублей. Из этой же серии можно купить тоник для жирной кожи лица. Сейчас вам его покажу поближе. Вот этот тоник, тоник матирующий. Стоимость 449 рублей. Хорошая бюджетная цена. Так, двигаемся дальше. Крем Либридерм ночной, регенерирующий. 800 рублей стоимость. Так, что еще интересного здесь есть? Планета органика. Тоже ничего не пробовала от этого бренда. Вот такая сыворотка для лица, она не содержит вредных компонентов, 100% детокс, очень хочется, чтобы так оно и было. Так, витамин С, это тоник, лосьон с ахакислотами, очень актуально сейчас на зимний период, различные кислоты, пилинги покупать. Так, стоимость 219 рублей, смотрим, что есть здесь еще. Organic Kitchen. Антибактериальное мыло, хороший объем, стоимость 189 рублей. А это три разных скраба для лица. Кстати говоря, сейчас, мне кажется, очень часто можно услышать, что скрабы для лица они вредны, травмируют кожу. Я лично отказалась от использования скрабов для лица. Напишите, пользуетесь ли вы скрабами для лица, нравится ли вам или нет. Так, бабушка Агафья сейчас, здесь маска для волос, стоимость 179 рублей за 300 миллилитров, хорошая цена. Друзья мои, на этом буду заканчивать свой обзор, спасибо, что заглянули, и увидимся в новых видео, пока-пока.